Приветствую всех зрителей своего канала. Тема на этот раз в моем видео пойдет об охоте. Сейчас октябрь месяц, у нас открыта охота на оленя. Приехал я к себе на точку, это мой балок. Из прошлых видео вы могли видеть, я здесь охотился на гуся, ловил красную рыбу. В этот раз, как я уже и говорил, я приехал на охоту на оленя. Охотиться я буду при помощи нарезного оружия. Первые трофеи я попытаюсь добыть с карабина Сайга МК-03. 223 калибр с коллиматорным прицелом. Это мой походный карабин. Я его беру с собой в различные свои походы, экспедиции. Он очень удобный, мало габарит. Габарит маленький у него. Калибр очень хороший, можно добыть от птицы до большого, ну такого среднего зверя. Легкий, бойкий, короче, здоровская машина. Вот, и первого оленя я попытаюсь добыть именно вот с этого карабина. Охотиться я буду, для тех, кто не знает, в тундре. У меня тут поблизости от балка есть гора, на ней находится тригопункт, он служит такой как бы своеобразной вышкой наблюдения, с него открывается обалденный вид, если погода позволит, то можно увидеть ну, за километров 8-10, наверное, при помощи хорошего бинокля. Вот, я завтра с утра подымусь на эту гору, посмотрю, может где-то есть табушок стоит, может где одиночка или парочка ходит оленей, попытаюсь подкрасться к ним, скрасть их, ну и добыть трофей. Сегодня первый день охоты, поднялся на гору, вот стоит такой тригопункт у меня тут возле балка. И справа от себя увидел небольшой табушок голов 5. Сейчас позади меня. Сейчас попробую скрасть их. Потихонечку подберусь. Они где-то в 2 километрах от меня. Ну и попытаю удачу. В этом году очень мало снега. Вот это, собственно, даже не снег лежит, а это изморось. То есть, когда озера замерзали, изморось это налипла на растительность. Вот когда подкрадываешься к оленю, она изморось, лед, всякие палочки предательские хрустят. То есть по снегу было бы это намного тише. Ничего, сейчас попробую подобраться к ним и посмотрим, из этого получится.
Вот кровяной след. Вот он, если вам видно. То есть попадание было, я считаю, хорошим. Подранок лежит вон он. Сейчас пойдем посмотрим, куда я ему попал. Ну, выстрел, конечно, честно скажу, не из лучших моих. Наверное, на камеру так что ли влияет это волнение или что при съемке. Ну и неудобно, конечно, все это одному делать. И стрелять, и снимать. Вот он. Вы, наверное, обратили внимание, я первый пропустил первую важенку с теленком. Опять же, все из-за гуманных соображений. И вот добыл бычка молодого. Года 3 ему. Ну, вот с таким пулевым ранением в область сердца он пробежал метров 500. Где-то так. После того, как охотник добыл трофей, наступает момент, когда тушу надо разделать, ну и приготовить к дальнейшей транспортировке. По понятным причинам не буду я показывать, как разделываю тушу. Везде принцип одинаковый, любых туш разделки. Есть небольшие нюансы, вот один из них я хочу вам показать. Как снимают камус. Сделал надрез я предварительно по всей длине ноги. И потом делаем надрез по кругу. И чулком сдергиваем его. Вот тот самый камус. Для чего он нужен? Для изготовления обуви так называемых хунтаек, которые носит добрая половина сибиряков. С туши срезать камус это одно, его надо правильно еще срезать с копыта. Сейчас я вам это продемонстрирую, как это делается. Для этого берется вот такой нож интересный, у нас он называется камусник. С помощью него мы снимаем камус, ну и собственно разделываем всю тушу. Интересен он чем? Вот такой неказистый на первый взгляд. Ничего тут особенного в плане эстетики, но это рабочий промысловый нож. Вы могли заметить видео, когда я снимал камус. Особую такую, скажем, конструкцию лезвия. Вот здесь есть бобышка. Для чего она нужна? Ну, это понятно сразу. Чтобы жало ножа не врезалось в мясо туши. Вот рабочая поверхность. Ну, и, собственно, больше ничего такого тут интересного нет. Очень удобно при разделках. Теперь я покажу, как снимают непосредственно сам камус уже с копыта. Для этого мы берем, собственно, сам камус и такими нехитрыми движениями надрезаем по определенной траектории. Стягиваем его, подрезаем. Вот он сам камус. Теперь его только выделывать, ну и дальше уже шить унтайки.